Resident Evil Revelations. Так, это у меня деньги. Нету денег. Так, инвентарь. 9 патронов. А третий уровень слабенький, конечно. Не, только начал. Ой, сейчас взорвется. Третий уровень мой слабенький. Где у вас в подъезде? Бывает. Вот, блин, не заметил этого урода. Есть еще.
там открывать надо? Я видел вообще костюм с попугаем, она бегает. А где же ключ? Типа как пиратка. А, есть ключ. Гранат нет. War Thunder. Ты джойс себе купил? Как ты хочешь на геймпаде летать-то? Так а ты во что летал? Ты летал, наверное, в аркаду?
Для Винета. А, купить. Все первого уровня здесь падает. Тут уровень надо посложнее. Какой-то 10-й вдвоем можно валить. Так. Без чего? Без джейста? Возьму для разнообразия эту стерву. Без жиста там, ну не знаю, некоторые на этом летают, на мыши Джои, ну что с нами, это, ну кайфа такого не получишь, как бы. Ну, гонки, блин, это что у нас есть? Симулятор, это у нас все аркадные гонки. Че, НФС-ку нашел мне симулятором. Еще грид еще куда ни шло, ну блин. Осторожно, блин.
Что правило ПДД? Ты что, на геймпаде сдавал, что ли, правила ПДД? Играл на компе, правила ПДД. Ну, блин, это, конечно, они сделаны для того, там, уступить дорогу, еще что-то там не сделано, симулятор типа реального движения. Может, с собой я магнум не буду брать пока. Так, для импульса же надо какие-то гранаты пару купить. Дроботан купим. А, наверное, все. Можно. Второй этап. Блин, там что же тут проходить-то во втором этапе? Тут одни эти... Мясо одно будет ползать. Тут же не с кем воевать, с одними этими. Второго уровня, что ж тут убивать? Мяско. Грета. А вот уже уровень прошли вообще. Так, пулемета мне не надо. Мясо, мясо. Еще одно мясо. Кончились патроны. А, блин, справа была это. Их поспешили. Ладно. Кусок зовут Грета. Там мне точность 98. Ну да, тут уровень, конечно, такой. Да, первого уровня пистолет мне как раз нужен очень.
походу он вышел. Или нет? А, нет. Этаж 3, этап 3, ну да. Зато прибыльно действовать в одиночку опасно. Мы же его уже проходили, этот уровень, сколько можно проходить. Ой, сейчас оно лопнет. Ай, все, не будет бонуса. Блин. А у меня патроны кончились. Печаль. Прикольно. Ну давай, заходи, если что-то. Я пока там посложнее уровень возьму. Так, что ж с собой взять-то? Thank you.
все потратил. Так, надо этап пожирнее взять, чтобы хотя бы... А что тут это значок стоит? Не знаю, надо попробовать. Блин. Уровень 15-16, мне тут соло особо не поиграешь. А казино горит у меня. Давай сюда. Блин. Так. А тут два тела. Блин. Что ты бегаешь? Хочу меня ударить. Главное, чтобы за мной никто не вылез. Блин. Тут должно что-то упасть или вылезти, или кто-то ползать должен. Вот козел.
Вот потвора. Патронов немерено. О! Как ты быстрый, а? Так, 8 патронов. А, тут эта штучка есть, да. Так, что у нас здесь? Ой, что-то я заблудился. Ага, тут уже медалька. Посмотрим, вот может еще что-то найдем. Угу. Все, значит. Okay, managed to get through that. Г-18. Таран-таран-таран. Сейчас посмотрим, что у меня там есть. МП-5. У меня вроде был. Привязка 2. На грани там есть. G18, 222, 337. Вот это с улучшением, интересно. В базе сколько он? Тут 4 только, тут получается. Дофига можно улучшить. Перезаряжаешься больше, это восстанавливающаяся способность.
сейчас посмотрим. Добавим большой магазин. У нас больше такого ничего и нет. Что у нас с ним есть в этом? Блин. Эй, куда я его выкинул? Уровень 4, уровень 2. А вот он. А тут сила пули стоит. Сейчас уберем ее. А, критически ничего не дает. Да. Ладно, это мне вроде был. Ладно, пусть будет, посмотрим, что в магазине есть. Штайр. Вот понятно, что самое мощное оружие в своем классе. Оно и стоит капец. Но огневая мощь, конечно, это бабла на него не хватит, да. Так, запасная сумка. Тысяч, понятно. Ладно, пистолет купим. Остальное пока будем собирать. Так, этап. Надо какой-то посильнее взять, чтобы что-то выпало получше. Вот тут еще одна есть, да. Штучка горит. С казино пройдем, 7 уровень. Так. Глянем, что у нас тут. Ой, не туда. Ну да, в принципе, что у нас по патронам? Так, 80, 323. В принципе, нормально. Можно валить. Так, 2 секундки. Ах!
Так, погнали. Ой, тут эти ходячие. Рыбки. Так у вас может попрыгивать там. Бонусный ёжик. Ой, блин. Какого я уровня? 7-го я. Приглашает. Присоединиться, он там человек правда 48 уровня, я думаю, не особо там чем помогу. Так, о. Так, ого. Какой большой, а?
Да, большой чувачок был. Так. Так. Где-то уже скоро конец. Патроны уже к дробовику заканчиваются. Блин, мой бонус на неуязвимость пропал. Да блин, уже думал еще бонус получу за раз провтыкал. Тут вроде бы все уже конец должен быть. А, не понял. Наверное, не туда пошел. Kitchen.
Не то пошел, да? Так. Может быть. Давай, падай уже. Так, никто не вываливается. Лучник, ой, блин. Патроны. Так. Что-то у меня патроны заканчиваются. Печаль. Ой, тут стерва будет. А чем мне ее убивать? Я еще ни разу не умирал. Не, нельзя здесь. Да, ножом. Много я наубивал. Но одного я убил. Интересно, как я Рэйчел буду убивать? Тут трава должна была быть. Ладно. Ха-ха-ха.
Да. Хотя бы одну гранату дали уже. Привет. Давай, вылазь уже. Ну, стоять. Блин. Чувствую, меня тут сейчас и убьют. Почти убили. Ух ты, стерва. Иди сюда. Да. Только мне вас еще не хватало, босс. Мелкий. Козел. А тут придется с Рэйчел уже до конца драться. О, тут еще этот лучник. Иди сюда.
До свидания. Сегодня ты чё мочишь? Нас там добьют, мы будем там уровни пару проходить по 5 раз. В пятом. Пятый резидентом сложненько будет, если без читерства проходить. Да-да. Угу. Видел, как я эту стерву ножом зарезал? Так, это мне есть что покупать-то. О, вот это классная тема. Блин, сколько она стоит, это капец. Что-то я купил не то. Ну, вернее, классная тема, но чтобы больше патронов влазило. А самих патронов мне денег не хватит купить. Продам пока МП5. В принципе, я им не пользуюсь. Это, конечно, мощность посильнее, но... Сейчас какой-то уровень попроще брать, потому что без патронов сейчас буду. Что пособирать патрончики. Шестой. Пятый. Еще ров какой-то есть. А, пропасть, ров. И еще до него. Ну да, 14 уровень.
Так. Так. Тю, блин, не то написал. А, человеку писал в этот. Смотри, такой англичанин, как не знаю, пришлось перевести немножко текста. Правда, коряво, наверное, как всегда, этот переводит. Что-то у меня не исчезает. Steam, вернее, отправлял. Так, 2 минутки авк. Наверное, сейчас какой-то мне большой уровень затянут. Так.
Так. Не, это сильно большой. Ладно, сейчас. А как здесь пригласить? F9. Так, у меня... Сейчас спрошу, какой уровень? Не, у него аж 32-й вроде бы. Все деньги потратил, закупиться.
Опять я, блин. Так, это мы сейчас опять это будем убивать.
Да. Седьмой уровень, посмотрим, что там. Так, о, Штайр. Так, что нам за инвентарь дали? У меня тут М3. И это М3. 206. Ну, это уровень 7. Сила пулевого запаса оглушения. Ну, вечером там спишемся, думаю. Так. А ты что, уже уходишь куда-то? Да. Дальше будет весело. Так, тоже готов. Ну, поехали. Он решил. Ух ты, ё-моё. Коммунисткой побегать ты. Как ты говорил, китайская коммунистка. А там пусто. Выросла капуста.
Что-то немножко подлагивает, кажись. Вот, блин. Ничего нет. А ключ уже выпал? Замочили. В смысле, от игры звука нет? В смысле, когда стреляю, нет звука?
Серьезно? Сейчас гляну. Да не, вроде бы нормально все там. То есть вообще... Ну я уменьшил как бы звук немножко, но не настолько же. Вечно, то меня не слышно, то в игре слишком тихо. Тут еще один босс должен быть. Угу. Я в игре звук тоже регулирую, чтоб, ну я понимаешь, я днем еще могу громко разговаривать, а ночью, когда играю, то я тихо разговариваю. Получается опять перенастраивать. Не, ну у меня игра в наушниках громко идет, я не знаю, там как бы я в OBS не перенастраивал, нифига. Менее с звукопроницаемой. Это как дома? Так, надо этап посильнее какой-то выбрать. Кстати, кое не проходил, а это я не проходил. Ц. Особенно зимой, да. Зато, да, не будет сильно это, как его, греться компьютер. Его в окно поставить, короче, там, монтировать. Батарейка. Но у меня там калорифер есть, там. Хоккейную форму как-то сушил. Уже дома можно сдохнуть, если она будет лежать. Так, что-то мне надо купить, что-то.
А, бабла хоть есть нормально. Так, это я еще не проходил. Сейчас посмотрим, что тут. Не, в смысле этот. А, я помню эту миссию. Забыл гранат купить. По печени ему. Ай, сзади что-то было, блин. Козлина. Тут в прошлый раз босс был. Блин. Блин, что-то у меня ай.
О! Блин. Ой.
Так, идем дальше. Тут 10 минут на время. С магнумом. Ой, Рэйчел, как я забыл про тебя.
Че-че-че-че-че. Молодец. Стоней 22-16. Так, сори, телефонный был звонок. Сумка для белоушек, сумка для ш... Сумка для запасная сумка. Ладно, попробую собирать. Ой. Ну что, поехали-то.
Я так понял, здесь плавать придется, да? Не? Опять подводная Одиссея. Блин, что я сделал? Так, там вроде ж нырять не надо. Такой блок лучше надо?
Чем лучше, тем лучше. Блин, куда я нырнул? Лезь давай. Что тут? Да уж. Да. Что за удобрение?
Нет, не всю. Я сейчас еще один-два боя. Уровень поднимаю, да. Со соло тут было бы сложно. Тут вроде максимально то ли пол 50, это не помню точно. Ух ты. Ну-ка, большая рыбка. Да. Уже тут так просто обычным пистолетом не поубиваешь.
Тут, походу, не знаю, что босс будет, наверное. Походу, нет. Нет, там есть какие-то герои, кто чисто под этот, под рукопашку. Ну не рукопашка, там у него какие-то свои приколы. Нафига? У меня гранат еще есть. 5 штук. Одна и шоковая.
Нет, мочишь ты, да. У меня 13-й, у него 128-й. Кота возьму чудика. Да, дорогой пистолетик. Что? Что такое? Что там удивился-то? А, ну там такой пистолет, он еще круче Магнума того. Да, блин. Зато у меня два меча. Да, ниндзя. Извините, чуваки, мне пора. Так, патроны все к автомату кончились. Ой.
Ну, прикид у него, конечно, кумедный. О, тут сейчас будет мясо. Тут RPG было, кстати, на этих. Если играть на другом. Ну, на прохождение. Вот козлиха. О, хантеры пошли. Заливал я. Там три куска. Не знаю, оно еще загружалось. А, там, наверное, надо поставить ссылку, чтобы всем было видно. Наконец-то всех убили.
13, ну посмотрим. Так, я, наверное, уже все. Последнее. Так, секундочку. Блин. Да, с пистолета мы их долго будем стрелять. Ниндзя.
О. Нехило так. Мне понравилось, в общем. Ой. Так. Онлайн режим на сегодня. Тринадцатый уровень, хорошо.